традиции слов гостям об игре. Ну, хотелось поздравить тренера и команду «Витязь» с победой. Спасибо. Да, видно было, что команда была заряжена на результат. Мы, конечно, не использовали большинство, очень много играли, 5-4, но пытались какую-то показать ювелирный розыгрыш, хотя подбор игроков такой, что нужно было просто через бросок решать их большинство. Но, видимо, то, что говорили, не дошло немножко до ребят. Не забивая шайб, да, трудно выиграть матч. У меня все. Спасибо большое, Алексей Ильич, вам слово. Хорошая, добротная командная победа. Сегодня все ребята отработали на 100%, о чем просили перед игрой. Знаю, что команда играла очень хорошо, играет на контратаках. Сыграли терпеливо. Может быть, где-то не так там зрелищно, но сыграли на результат, то, что, в общем-то, и нужно было. Считаю то, что вот гол, который забил Антон Королев, это все-таки такие голы надо засчитывать. Потому что как заставить потом нападающего лезть на ворота, да, там, на ближнюю штангу. Вот. А так, еще раз всех с победой. Все. Спасибо большое. Есть вопросы у журналистов? Пожалуйста, микрофон рядышком. Да, пожалуйста. Семен Акевич, Спорт-Папалыч. Витязю позволили нанести сегодня 45, по-моему, бросков. Так примерно, ну, так часто происходит, да, что соперник вам очень много бросков наносит. Насколько это вас беспокоит? Почему так происходит? Ну, такие цифры повторяются нередко. Да? Ну, потому что сильнее, видимо, соперник, играет позиционная атака, выше мастерство, что владеет, держит шайбу, нацелены на бросок. У нас же ребята просто пытаются перевести в позиционную игру, где победа добывается перед воротами. Все у нас уходит на борта. Фокин на данный момент сильнее Гелашвили или у вас ротация постоянно? Да нет, мы с самого начала приглашали их и думали, чтобы они играли, подменяли друг друга. Через три игры, через игру. В принципе, на этот график и выходим. Олег Ильич, первый матч Солодухин, Королев. Как оцените, как они состоят? Видно, что ребята соскучились по хоккею, сыграли с огромными эмоциями, правильно, с огромным желанием и помогли команде. У нас в лиге, ну, по пальцам можно пересчитать ребят 18-летних, кто стабильно играет. Можно несколько слов по рангу. Все больше играет, да, все уверенно, насколько вы довольны. Мы вообще о нем немножко рассказать, если можно. Ну, если он играет в первой, во второй паре, то, конечно, мы довольны. Парень растет, играет стабильно. Самое главное, чтобы он не упускал этот шанс и продолжал работать.